Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмиллеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролет безвылазно фармить. Прокачка доступна как для ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка в описании. Привет, народ, или по-мужски здорово, поставь лайк и подпишись, и сегодня вам покажу новый рабочий глич на Кая Перика. Ну что ж... Погнали! Итак, давайте начнем с того, как вообще получить доступ к Кая Перика. Вдруг кто-то не знал. Для начала вы должны пойти в Music Locker после сообщения Мигеля Мадраса и посмотреть катсцену. А дальше вам нужно будет купить касатку на сайте Warstock. Так вы получите доступ к миссии Кая Перика. То теперь давайте перейдем к самому гличу. Для начала находим сейф Эль Рубио, открываем его и залазим на него с комбинацией W плюс D. Также в этот момент вам придется повернуть камеру максимально вправо. Так вы попадете за текстуры. Далее совершаем как можно длинный прыжок, с помощью которого вы попадете на некую возвышенность. Далее справа от вас будет несколько окон. Вам нужно упасть к первому, обязательно без прыжка, чтобы все сработало. И вы попадаете в подвал с золотом. Теперь вы можете все это забрать. Ну а на этом все, и если вам действительно понравилось это видео, то не забудьте поделиться им с друзьями, а также поставить лайк и подписаться на канал. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.